Здравствуйте, вы на канале «Про цветок». Меня зовут Зоран, я профессиональный ресторатор. Здравствуйте, меня зовут Саша. Добро пожаловать на канал «Про цветок». Тема сегодняшнего дня – яблоки и яблочный уксус. Из наших яблок из сада будем делать яблочный уксус. Нам их надо примолоть, отжать сок и оставить в банку на 21 день. Если яблоки кислые, получится быстрее яблочный уксус. Если яблоки более сладкие, чуть-чуть дольше получится, больше 21 дня. Для приготовления яблочного уксуса изначально удаляем сердцевинку из яблоки. Нам яблоки можно мельчить любым способом. Самый эффективный способ – это мясорубка. Пропускаем яблоки через мясорубку, выдавливаем сок. Яблоки примололи, остается только отжать их. Ожимаем через марлю. Сок получен, не закрываем, оставляем у емкости. Если делаете через соковыжималку, вам не надо отжимать жмих. Ну, я делал через мясорубку, я отожму. Беру марлю и пропускаю через марлю. Руками просто отжимаю. Остаток процеживаю. Яблочный сок оставляем у емкости. Просто накрываем полотенце, чтобы ничего не падало. Через 21 день появится яблочный уксус. Сверху появится яблочный грибок, внизу осадок. Это надо все процедить еще раз. Остаток пользуется. При преображении яблочного сока в яблочный уксус храним при комнатной температуре. После этого разливаем в банке, можем в холодильнике хранить. Яблочный уксус можно хранить в холодильнике длительное время. Яблочным уксусом заправляем свои овощные салаты. Идеальное сочетание имеет с капустой. Приятного аппетита!